Сегодня президент Рустам Миниханов встретился с генеральным директором турецкой компании Kastamonu Integrated Wood Industry. Обсудили ход строительства завода по производству мебельных панелей на территории особой экономической зоны Алабуга. Запуск запланирован на второе полугодие будущего года. Говорили также об энергоснабжении, обеспечении жильем сотрудников предприятия. О сотрудничестве шла речь и на встрече с послом Литовской Республики в России Ренатасом Норкусом. Показатели товарооборота нужно увеличить, отметил президент. Вскоре на территории Литвы появится производство КАМАЗа. Для Татарстана же Прибалтийская Республика может стать воротами в Европу, ведь половина продукции у нас производится на экспорт. Промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, высокие технологии, малый бизнес, услуги. Масса направлений, которые... Они могут быть взаимоинтересны. Позже президент обсудил вопросы сотрудничества с послом КНДР в России товарищем Ким Эн-Дже. Встреча прошла в Казанском Кремле. Рустам Миниханов отметил заинтересованность республики в сотрудничестве. Стороны обменялись памятными сувенирами.